Здравствуйте, уважаемые телезрители НТС. В эфире очередной выпуск программы СМД. И сегодня мы поговорим о постколониализме и о том, что это такое. Нам сегодня расскажет антрополог, кандидат исторических наук Руслан Рахимов. Добро пожаловать, Руслан. Спасибо. Вот само звучание этого слова, да, вот наличие в нем слова колониализм, постколониализм, уже как-то вызывает неоднозначный, возможно, неоднозначную реакцию, неоднозначное мнение у наших зрителей. Вот. Расскажите, пожалуйста, применительно к нашей стране, как это вообще понятие, да, можно вот растолковать, рассказать об этом. Да, спасибо, прежде всего, спасибо большое за приглашение на такую непростую тему. Ну, сразу я хочу оговориться, как бы, чтобы мы сильно не цеплялись за слово «колониализм» и воспринимали его достаточно условно. Mm-hmm. Вот, и, возможно, нам тоже нужно будет понять, почему мы говорим вообще, да, про постколониальный подход, теории. Как я понимаю, это вообще важно для любого независимого государства использовать различные подходы, теории для того, чтобы по-другому посмотреть на свою историю, да? По-другому переосмыслить себя и прежде всего задаться вопросами не что было тогда, а как вот это прошлое, оно влияет на то, что происходит сейчас, да? А именно на наше, скажем так, коллективное, так называемое, сознание, поведение, наши установки в той или иной степени. Вот. Для справки просто можно сказать, что постколониальная теория, или школа, движение можно назвать, она появилась из так называемого классического колониального проекта, который касается Британскую империю и ее колонии, то есть, в частности, Индию и Пакистан, и теоретики вот этой школы постколониальной, именно Гаятри Спивак, Хоми Баба и другие, они именно задавались вопросами, что оставила вот эта Британская империя в качестве наследия. Но наследие не в том смысле, который мы понимаем, да, там, модернизацию, развитие, было или не было, ну, конечно, не было, да, если так смотреть, была эксплуатация ресурсов и так далее. А они больше задавались такими вопросами, какие психокультурные последствия. Вот. То есть, почему мы про это говорим? Во-первых, потому что я преподаю в университете, в разных университетах, в основном в американском университете, и у студентов есть конкретный запрос. Они хотят понять, как относиться к периоду, например, советского, да, советского прошлого. Вот. Однозначно ли это был абсолютно прогрессивный опыт? И будучи сам, как бы, тоже частично проживший хоть и свою такую подростковую часть в советском периоде, у меня абсолютно теплые воспоминания, не говоря уже о воспоминаниях моих родителей. Да? Но тем не менее, почему бы не обсуждать на эту тему? Да? Не нужно бояться, потому что мы находимся в таком открытом пространстве, где можно критически подходить к разным вопросам. Вот что касается нашего советского прошлого, да, я извиняюсь, перебью вас. Mm-hmm. Вот есть, условно говоря, среди активной части наших граждан, да, вот, ну, два лагеря. Вот, что уже плохо, два таких противоборствующих лагеря, скажем так, которые одна часть идеализирует, ностальгирует по советскому прошлому. То есть абсолютно отсутствие критического взгляда на это. Другая часть, это другая крайность, которая абсолютно демонизирует все наше советское прошлое, винит во всех бедах и не видит ни абсолютно никакого позитива в нашем советском прошлом. Mm-hmm. То есть две крайности, две полярности. Вот постколониализм. Какую из этих сторон, мнение какой из этих сторон разделяет, скажем так? Или все не так просто на самом деле? Да, я думаю, конечно, все не так просто. Но я думаю, что это нормально, и не только если взять постсоветские страны, любые mm-hmm. страны, например, творится в разных уголках мира, там тоже делится, наверное, да, кто-то делится население на две стороны, да, mm-hmm. что они поддерживают или не поддерживают. Ну, может быть, мы будем задаваться вопросами, в чем проблема, да, почему это важно, опять же, говорить про постколониальные, почему у людей создаются такие настроения, скажем, да, почему они говорят плохо,
слишком плохо? Или почему говорят слишком хорошо? Это же две крайности, да, что движет ими. Вот это мне интересно понять. Я думаю, что это связано, конечно, с принятием вот этого модернизационного проекта, который был в советское время, да, с принятием или отторжением. То есть принимаем мы, понятно, почему, да, что там очень много вклада было в развитие. Позитивного очень много. Позитивного, было, конечно. Отрицать это невозможно. Отрицать это невозможно. И глупо отрицать, на самом деле, да. Но тогда почему есть люди, которые отрицают это, скажем, да, огульно охаивают и критикуют. И часто мы слышим такие точки зрения. Вот, конечно, это абсолютно связано с русификацией. Да, то есть роль языка стоит в центре, с какой-то приоритизацией, возможно, культур, что какая-то группа социально-культурная, она стояла выше, какая-то ниже, да. И если вот так идти дальше копать-копать в историю, то постколониальная теория нас учит тому, что, например, когда... Ну, опять же, мы сейчас достаточно условно все, да, не надо абсолютно применять. Да? Я знаю, что очень много критиков, может быть, и комментариев таких, да, что, и они, в частности, будут правы. Поэтому я оговариваю, что когда мы сравниваем колониальный проект прошлое там, в классических ситуациях, да, связанных с Британской, Французской империей, там все по-другому было. Да? Но, опять же, давайте сконцентрируемся на таком вопросе. Что такое колониальное мышление? Без привязки... Конкретным примером. Да, безусловной конкретной привязки, например, вот у Британской, Французской империи или к советскому опыту, без привязки. Может быть, центральный вопрос, что такое колониальное мышление, да? Есть ли это колониальное мышление у нас здесь? Вот если сравнить, например, подход, ну, общеизвестно, да, вот к народам Центральной Азии, в частности, кочевые народы, да, Кыргызстана, Казахстана и так далее. Потом... подходы вот к метрополь, к своим колониям европейских этих империй, там, в принципе, было такое настроение, прямое или косвенное, это цивилизационная миссия. То есть было такое у нас или не было? Как вы думаете? Ну, если сравнивать, например, деятельность метрополий западных, да, да, у себя в колониях и деятельность, например, московской, скажем так, метрополии, условно говоря, на советских окраинах, да, ну, я позитивного больше вижу здесь, на примере Советского Союза. Ну, все-таки промышленность развивалась, да, то есть поголовное образование, бесплатная медицина, все, ну, социальная политика в целом, да, это что касается именно, ну, то есть если не брать в счет политику, да, идеологическую составляющую, да, но именно, то есть почему очень многие ностальгируют по советскому периоду, потому что не без оснований, мне, я так считаю, то есть было какое-никакое, но социальное равенство, доступность жилья, образование, медицины там и так далее, это самое основное, да. А что касается, ну, по крайней мере, в нашем сознании отпечаталось это, что касается деятельности Британской империи или французских колонистов, да, колонизаторов, да, то там это просто, ну, грубо говоря, это выкачивание ресурсов, да, абсолютно людских, ну, природных, абсолютно, в первую очередь, да, и абсолютное игнорирование нужд социальных, элементарных человеческих нужд, ну, местного населения. Ну, это так грубо утрировано. Нет, это абсолютно верно. Здесь противоречий никаких нет. Да. И с самого начала то есть и в этом отношении как бы применение термина постколониализм, да, к нашей истории, да, то есть, ну, мне кажется, что это не совсем может оправдано. Но, тем не менее, вот, да, мы... Да, тогда вопрос, ну, опять же, вы упоминали тех людей, которые огульно охаивают, да, вопрос, сохранилась ли наша аутентичность, что мы понимаем под словом аутентичность, идентичность, самость, может ли такое, что, опять же, я говорю, что мы не сравниваем тот вклад модернизационный, да, мы концентрируемся на психокультурном составляющей, потому что теоретики постколониализма, они утверждают, что модернизация тоже может быть навязанной. Да, вот когда очень много сильно хочешь быть, сделать добро какому-то человеку, но ты это навязываешь насильно против его воли, условно говоря, да.
То есть получается, что может ли это привести... Во-первых, да, опять же, мы концентрируемся на понятии колониального мышления и что, чему может нас научить колониальная теория, да, не сравнивая, опять же, конкретно какие-то вот позитивные, так называемые, или негативные. Ну, вот когда я вам задал вопрос, я имел в виду о том, что, в принципе, была дихотомия. Да, если грубо, очень грубо сравнивать, грубо и абстрактно, и натянуто сравнивать различные ситуации в мире и в прошлом, то зачастую европейские державы, они, конечно, шли с цивилизационной миссией, да, облагородить. Ну, вот как вы думаете, там, встречный вопрос, было ли желание помочь Центральной Азии со стороны Советского Союза? Было ли желание облагородить через различные события? Ну, чуть-чуть такое. Может быть, я допускаю, что это не было таким абсолютно альтруистским, да, порывом. Mm-hmm. Да, ну, это, скажем так, в целом из соображения укрепить свои позиции. Это все-таки не просто держава была, это была империя идеологическая, в первую mm-hmm. очередь, да. И чтобы, ну, идеология, это просто, это, прежде всего, овладение умами. То есть, ну, людей надо было убедить в том, что они живут в самом лучшем государстве в мире. И, соответственно, велась такая же политика. Да, и в то же время это подкреплялось материально, не знаю, ну, инфраструктурой. Ну, помогали, да, да, развивали. Да. Это, опять же, мы не будем отрицать, да, сами. Но в то же время я согласен, может быть, да, вот то, что я подоплеку вашего вопроса, может, понимаю, это, ну, пытались ввести такое понятие, как советский человек, да, абсолютное mm-hmm. стирание грани национальных, таких национальной идентичности, да, mm-hmm. то есть в идеале коммунисты пытались построить державу, в котором не был бы только советский человек, mm-hmm. советские люди. Может быть, в этом, как бы, есть о том, это и есть то, о чем вы говорите, это стирание вот идентичности, да, абсолютно утрата идентичности, самости, там, да, национальной. Аутентичности, да, там, то есть ощущение себя как, да, целостной группы, да. Возможно, себя. Вот вопросы есть именно по этому. Да. Ощущение себя как целостной группы. То есть, ну, это объективная составляющая, хотя с точки зрения социальных наук это, конечно, трудно измерить напрямую, да. Тем не менее, там, феномен национализма, да, очень часто описывается в литературе, в социальных науках, общественных, политических науках. Идентичность — это одна из самых таких обсуждаемых тем, как на Западе, так и здесь, да, вообще, как ее определить. И, да, я согласен с вами, то есть, получается, в нашу идентичность инкрустировалась, интегрировалась очень большая советская составляющая, да. Но был ли этот выбор нами сделан осознанно, во-первых? То есть здесь мы можем сказать, что проект «Советский человек», он был, ну, конечно, он не сразу возник, там, несколько десятилетий, и этому способствовало очень много драматических периодов, включая там Вторая мировая война, да. Вот. Но если взять опять, скажем, пойти вглубь, в историю, там, 19 век, то мы можем все-таки видеть ту дихотомию до советского периода. Mm-hmm. Да? Если взять, например, ту же самую царскую Россию, то отношение к кыргызским, казахским, среднеазиатским народам было достаточно иерархично, несмотря на в целом, ну, опять сравнивать с другими державами, в целом было более, не считая там 16-го года, да, если да. не считая, да, трагически, да. В целом какие-то были положительные моменты, но, тем не менее, относились к нам снисходительно. Иерархичность была, да, то есть, и народцы, и там, народцы, деление, там, ну, то есть, некоторые ограничения в правах. Да, абсолютно. Правах, да. Да, да, да. Конечно, в учебниках истории это описывается, добровольное вхождение всячески подчеркивается. Потом советский период был абсолютно прогрессивным, коллективизация, оседание было прогрессивным шагом. Но язык, который присутствует в учебниках, он дихотомичный, иерархичный, который подразумевает, что все, что было до, оно является ниже. То есть в центре стоит европоцентрическое понятие «прогресс». Что значит «прогресс» — это иметь доступ ко всему.
Ну, кто-то напишет сразу комментарий, что а разве это плохо, разве вы плохо жили? Дело не в этом же. Дело в том, что мы вот это наследие с собой берем и несем до сих пор. Несем до сих пор, начиная с царского периода, когда нам внушали через образование, да, советские учебники, систему образования, что вот, слушайте, до этого вы были так, знаете, в горах там... Ну, сами по себе вы никто. Сами по себе вы спустились с гор. Сами по себе вы спустились с гор. Меня лично это не задевает напрямую, хотя мне сами говорили, как бы, мои братья-товарищи, скажем, условно говоря. Но, может быть, мы сами себе будем задаваться вопросом, в чем здесь проблема с точки зрения сопоставления, да? То есть, значит ли это однозначно, что, проживая в горах, мы были совсем, скажем, закомплексованными, забитыми людьми, понимаете? То есть постколониальная теория учит, и она идет, берет корни из такого течения, ну, вклада, как ориентализм, Эдвард Саид, созданный, о том, что кто нас определяет, кто нас описывает. Но это не всегда означает этничная группа, да, то есть нас определяют не кыргызы. Часто было так, что нас определяли не кыргызы, и, используя свои властные позиции, кыргызы перенимали это и стали цитировать и говорить, да, слушайте, мы с вами согласны. Давайте еще раз я повторю. Угу. Кто нас описывает? И кто нас определяет? Вот, может быть, так сказать, верно будет. Кто нас описывает, тот нас и определяет. Абсолютно верно. То есть вы эту мысль хотели. Да. Но просто так описывать... этого недостаточно, нужна еще властная рамка, то есть определенная степень властная ситуация через государство, властные структуры, да, социальные структуры, там, систему образования, ну, условно говоря, там, солидные ученые, там, знаменитые доктора наук, там, например, да? Авторитет. Авторитеты. Да. Если описывает нас авторитет, начиная от микроуровня, но если есть государственная позиция о том, что мы вот такие... Значит, мы этот багаж с собой несем. И да. Такое ощущение, что да, вот поэтому Советский Союз расстался, и теперь нам очень плохо, и теперь мы оставлены нашими родителями, детьми, бедные, сироты, закомплексованные. И отсюда вся вот эта вот как бы мимикрия, да, то есть повторение, копирование каких-то других поведенческих установок, других старших братьев, условно говоря, да. То есть вопрос, если этого всего нету, тогда почему, есть ли проблемы с идентичностью у нас? Наверное, есть. Скорее, есть. Угу. Есть. Потому что мы связываем свое будущее, свое настоящее, как и свое прошлое. Ну, то есть мы в этом отношении не изменились. Миллион наших граждан работает и проживает в России. И как бы в этом отношении, то есть все наши надежды, чаяния, они не изменились, мне кажется, да. Да, получается, что как раз-таки... И это объективно, это нас, по крайней мере, если в советское время мы были в составе Советского Союза, то сейчас нас никто не заставляет ехать, мы сами вынуждены. То есть, и, например, та же Россия нуждается в рабочих силах, ну, элементов, ресурсах, в человеческих ресурсах, и она этого не скрывает. И самый благоприятный вариант – это мы. То есть они это тоже открыто говорят в России, да, что мы как-никак много лет находились в одном культурном, экономическом, историческом, историческом пространстве. Да, и нашим комфортно, и там комфортно. То есть это абсолютно взаимный процесс, по крайней мере, сейчас. Да, это может быть, где-то может быть это неприятно, где-то трагично, что вынуждены наши сотни тысяч соотечественников работать там, но это абсолютно взаимно и как бы не болезнь, безболезненно происходит, ну, без сопротивления, по крайней мере. Да, это наша, условно говоря, палочка-выручалочка для многих семей, которые пытаются найти больше средств для выживания. Европа нас не пускает. Европа нас не пускает, и, ну, у Европы другие проблемы тоже там со своими бывшими, скажем так, колониями. Да, да, да. Да. Об этом мы поговорим сейчас, да. Да, да, да. Ну, если говорить про
как раз-таки интересная ситуация получается. Ну, большой вопрос, есть ли настоящая дискриминация наших мигрантов там, да? Повсеместна ли она, вот эта миграция? Можно ли сказать, что есть все-таки вот эта иерархия, да? И так далее. Объединяет ли это прошлое, да? Ну, кто-то может сказать, что да, отношения чуть-чуть колониальные. С другой стороны, если сравнивать то, что, например, граждане Индии или Пакистана едут в Лондон на подработки, или граждане Африки едут во Францию на подработки, то, может быть, они едут туда с чувством того, что им кто-то должен, да? Вот да. За те годы унижения, эксплуатации в Европе, то есть европейских метрополий в своих регионах, в своих колониях, то, может быть, наши граждане, они едут, я так думаю, да? Скорее в роли просителя. Ну, нет, почему просители? Они же все-таки работают там, зарабатывают трудом, никто же им просто так не дает деньги, да, если взять отдельного гражданина. Но я думаю, символически они туда едут, потому что, ну, в смысле, у них нет такого отношения, что ты им кто-то должен, да? Они едут совершенно естественным образом, потому что это естественная страна, союзник, в одном культурном поле едут там работать. Имеется в виду, вот здесь мы можем сопоставить вот эти маршруты, символические маршруты, о том, что, с одной стороны, те едут, потому что им кто-то что-то должен за унижение их истории, а наши едут, потому что мы были просто в составе одного государства. Можно ли это так интерпретировать? Да, скорее есть, так. Скорее да, так. То есть если на таком политическом уровне это более-менее нормально, это как партнерские, да, отношения. Да, да. Но когда мы спускаемся на микроуровень, почему-то заголовки пестрят о дискриминациях, унижениях. К сожалению, не без этого, да. Да, не без этого. Вот откуда вот это отношение? Можем ли мы сказать, что это так же, как и во всем мире, элементы так называемого расизма, шовинизма, или же это связано тоже с общим историческим прошлым? Вот. Кстати, один из важных аргументов, почему нас спасает, в смысле, к нам относится, с одной стороны, не всегда дискриминационно, это участие во Второй мировой войне, во Великой Отечественной войне. Да? То есть это один из аргументов, что мы вместе воевали. И часто это спасает, да? На таких, скажем, на уровне дебатов. Да. Наши деды воевали, мы вместе теряли там своих людей и так далее. Да, эвакуировались, многие здесь и остались. То да. есть есть общая история, и не просто это, не просто на словах, и вот в таких ситуациях это действительно, ну, надо признать, это объединяющий фактор. Мне бы хотелось спросить, вот вы немного начали уже про отношения европейских метрополий со своими бывшими колониями, да, вот сказали, что, например, те же африканцы едут во Францию, или же индийцы, граждане Индии, граждане Индии, пакистанцы едут в Британию, да, с таким, что, как бы, что там им должны. И реакция метрополий, властей метрополии такая же, взаимная, то есть получается, что в этих метрополиях бывших европейских испытывают по отношению к своим бывшим колониям какой-то комплекс вины, получается. Да, это было. Я это замечал, когда я учился во Франции, проводил, ну, как бы, это на самом деле чувствовалось. И я думаю, что... Это вот на таком микроуровне, да, вот на уровне общественного сознания, или это как бы начиная с микро, заканчивая на уровне там политическом, властном? Ну, я думаю, властном, как бы, да, я... Это прослеживается не в отношении, совсем... в политике властей. Да, я думаю, что это прослеживается, да, как бы я не совсем слежу вот по конкретной европейской политике по отношению к мигрантам. Ну, в той же Франции, вот, где в той же Франции, но мне кажется, что да. Я думаю, что да, и прослеживается чувство вины, которое... Ну, как-то выражено, но также интересно в том, что зачастую, например, бывшие колонии африканские, они сразу пытаются, прежде всего, наладить отношения с Францией, с бывшей метрополией. То есть, с одной стороны, остались вот эти незримые связи, которые естественные, да, но, с другой стороны, мне интересен характер вот, вот этих отношений на политическом уровне. То есть, их воспринимают как? Ну, там... Достаточно все крайнее, настоящий колониальный проект. Вот есть ли та иерархия в отношениях друг с другом?
Вот есть эта иерархия? Ну, старший брат, я думаю, что младший брат, ведущий, ведомый. Знаменитая политическая корректность европейская, она, конечно, старается избегать любой всяческой иерархии и стремится к полноправному партнерству. Да? Но, может быть, зависимость, может быть, есть склонность какая-то более такой финансовой поддержки, да, субсидированность, и которая несет вот этот исторический пласт. От него все равно никуда не деться. Ну и так же, как и говорят о том, что очень много данных о том, что, там, например, нам помогает тоже, да, исходя из этих общих исторических процессов. Но все-таки вот, а что касается вот отношений нынешних, сегодняшних, да, все-таки я бы, наверное, некорректно, мягко говоря, некорректно сравнивать отношения европейских бывших метрополий со своими бывшими колониями, да. Да, они испытывают комплекс вины перед там Францией, перед Камеруном, Сенегалом, там, Мадагаскаром, да. Вот. Ну, там все-таки отношения, прошлое-то у них было более, скажем так, жестокое, да, то есть я не слышал, чтобы французы или британцы в своих колониях строили заводы, фабрики, гидроэлектростанции, и организовывали в своих колониях поголовное бесплатное обучение, образование, бесплатное, начальное, среднее, высшее образование, поголовное именно медицинское обеспечение бесплатное, то есть всего этого не было, да. Во французских, британских и иных колониях, португальских, испанских колониях не было. Было в Советском Союзе. И в этом отношении, опять же, да, вот именно применение термина постколониализм, да, к нашему пространству, скажем так, геополитическому, все-таки мне кажется спорным, как, ну, мягко говоря. Спорно, да, потом спорно, и мы применить его абсолютно не пытаемся, потому что, конечно, люди ассоциативно, они сразу начинают сравнивать и сразу летят в камни. Для тех, кто это просто то, что видит обычный обыватель, то есть элементарное, да, сравнение. Да, да, да. Здесь я согласен. Кстати, вот одну историю анекдотичную хочу рассказать. Я проводил, мне посчастливилось участвовать в одном международном проекте. Я проводил исследования в одной западноафриканской стране и бывшей французской колонии. И там, ну, конечно, не в центральной части, там, скажем, где-то километров 200-300 от столицы. Ну, и надо сказать, что там вот эта экосистема, она больше такая полупустынная. То есть там и трудно что-то такое возрождать. Но тем не менее, скажем, на территории около, где проживает население несколько тысяч человек, районный центр, единственным наследием осталась построенная школа после войны. Еще больше ничего не было. Но когда по обмену приезжает африканский коллега, социолог, приезжает в Кыргызстан, на Нарынскую область, в Акталинский район, и тоже в одно село, ну, не буду говорить, какое, не буду говорить, какая страна, чуть-чуть неправильно, но он удивляется. Там есть, значит, с советских времен что осталось? Асфальт, местами, конечно, побитый, школа хорошая, ну, почтамп, да? Социальная инфраструктура. Да, фельдшерский пункт, даже осталась какая-то старенькая мечеть, которая однозначно была, осталась со времен, маленькая такая, со времен, даже до советского, да, периода, ну, в смысле, начала, да, советского периода. И он очень сильно удивлялся, не говоря уже об электричестве. Ну, там с водой, конечно, проблемы, мы все знаем, что не везде есть у нас доступ к воде. Тем не менее, он удивлялся, что вот такой удаленном уголке, значит, есть. И это тоже большая ошибка, когда европейские ученые, европейцы приезжают, ну, до этого как бы не удосужившись почитать, поразмыслить об истории советской. Они приезжают, и они вот эти свои шаблоны накладывают, думают, что мы однозначно были колонизированы Советским Союзом, да? И думают, что мы освободились, то есть была независимость, да? И я их всегда поправляю, говорю, слушайте, это не то же самое, это не то же самое. Не так однозначно. Не так все однозначно, не все так просто, на самом деле. Вот. Но, опять же, сейчас у нас беседа складывается чуть-чуть противоречивая, в плане того, что, с одной стороны... Да, мы немного отдалились от того, да, что вот вы хотите рассказать именно в контексте постколониализма, да. Это не только заводы, фабрики, инфраструктура. Да, точно. Да, да, это абсолютно. Не только и не столько. Не только, не сколько, и никто не сравнивает, не говорит, да, что это плохо. Мы вообще не даем сейчас оценочных суждений. Да. Мне кажется, нашему дорогому зрителю нужно правильно объяснить, что никто не оценивает, плохо или хорошо.
Надеюсь, что наше интервью или мои слова не будут там вырезать из контекста, говорит, что человек там, не знаю, с американского университета хочет что-то кинуть, большой камень. Да, я сам в подростковом периоде жил в советское время и помню мое представление о Советском Союзе достаточно таким грандиозным, теплым и так далее. Но мы же здесь сидим как не с претензией, а с попыткой осмыслить анализа, да, исследовательских каких-то теорий. Почему тогда мы вообще говорим про пускалальную теорию? Ну, хотя бы потому, что эту теорию используют многие. Об этом первые начали говорить западные ученые, американские, французские, европейские, да, писать, сравнивать. Им же тоже нужно было понять, что произошло после распада СССР, каково отношение. И поверьте, очень много книг, статей написано на эту тему. Потом, конечно, к этому подключились российские ученые. Они тоже разговаривают про постколониальную теорию, они тоже пишут, они тоже задаются вопросом, был ли Советский Союз империей. Mm-hmm. Есть целый журнал, который называется «Об империи», очень известный, солидный журнал в России, и который тоже в основном пишет на эту тему, пытается понять. Mm-hmm. То есть не мы одни такие здесь сидим, повышаем свой голос. Кстати, да, про голос я скажу чуть позже. И даже наши, скажем, братья казахи в Казахстане, даже они начали обсуждать эту тему. То есть, мне кажется, любые исследователи, любые люди, они имеют право. Но другой вопрос, насколько это происходит в этичном русле. Ну да, это в научных кругах дискуссии, я не сомневаюсь, идут уже не первый год. Но когда это выносится на широкую публику, да, которая воспринимает все однозначно в черно-белых тонах, и приходится разжевывать. Ну, если как бы подумать о конструктивной части, да, постколониальной теории, то, конечно, я думаю, в целом мы должны стремиться брать что-то хорошее, позитивное, продуктивное с точки зрения вот, понимания своего прошлого, понимания своей идентичности. И исходя из вопроса, что делать, я бы, наверное, сказал бы, прежде всего, если не отказаться, то, по крайней мере, переосмыслить еще раз о том, как мы были описаны. Потому что, как вы упомянули, мы говорили о том, что эти описания определяют нас, мы передаем это через систему образования, да, например. До сих пор я вот читаю некоторые диссертации, которые сейчас вот защищаются по истории и так далее. Там до сих пор, например, указаны такие вещи, как феодальный строй, да, мы до этого были феодальным строем. Это же все очень так критично, то есть на это можно порассуждать. Вот. В этом плане нам нужно пересмотреть вот эти вот веками, я бы сказал, складывающиеся представления о нас. Даже не десятилетиями, несколько веков как минимум о том, как про нас думали другие. Как они нас описывали, да? Потому что проблема в том, что как теоретики ориентализма Эдвард Саид, там, даже вот Франц Фанон, другие, они говорили о том, что самое страшное, по сути, это то, что мы принимаем чужие установки как свои. То есть то, что говорили про нас другие, даже если это были мы, я имею в виду этнически писали мы, но мы были же в определенной идеологической властной ситуации, правильно? Мы должны были. Транслировали под цензурой, под давлением какой-то идеологии. То есть самое страшное, когда мы принимаем чужие установки, исходя из другой властной ситуации идеологической, как свои, и продолжаем это транслировать, казалось бы, уже режим распался, и мы живем, должны быть независимыми, то мы продолжаем как бы думать этими же самыми установками. Как только мы разобьем эту иерархию, вполне возможно, что это чуть-чуть ощущение самости, не будет такого комплекса. Соответственно, мы не будем зависеть от других установок властных. Да? И, может быть, это будет большим вкладом к созданию новой гражданственности, которая не базируется только на... В конечном итоге, конечно, мы, как, скажем, мыслящие люди, должны стремиться к уничтожению этого разрыва, этой разницы между различными группами
неважно какими, этническими группами, религиозными группами, политическими группами, если они не экстремальны. Да? То есть даже вот наш писатель, великий писатель Айтматов, он вводит такой, скажем, термин, ну, термин, слово, как манкуртизм, да, или манкурт. Да, вот, кстати, некоторые теоретики постколониализма, они даже используют, там, Лара Адамс, она использует термин... Как научный термин, да, абсолютно, да. То есть он где-то там все равно отражает, потому что манкурт – это человек, который забывает свое прошлое. Можем ли мы сказать, что интерпретируя, не интерпретируя какие-то вопросы, да, боясь вот этой политкорректности, мы создаем, продолжаем как бы следовать только одной модели. Вот. То есть поэтому очень важно говорить, проговаривать эти темы и стремиться вот к уничтожению этого разрыва между... Здесь нет никакой сопоставления, не должно быть проблемы между нами там, и так называемым центром, да, например, между различными странами. Сейчас мы живем в совершенно другой ситуации. И сопоставляя, мы тем самым символически бросаем тень на представителей других этносов, да, которые являются, скажем, выходцами из тех стран. Сейчас никто не является выходцем или уроженцем, мы сейчас все граждане одной страны. И любые теории, мне кажется, любые подходы, они должны служить именно вот этой идее создания одной какой-то гражданской идентичности. Вот. А для этого мы должны отказаться от всех вот этих негативных описаний, абсолютно негативных. Это был очередной выпуск проекта SMD на телеканале НТС. До новых встреч. Oh,